Здравствуйте, мои дорогие друзья. Что хочу сказать? Есть очень эффективный мыслеобраз из моего курса по психодинамической ходьбе, который бы я хотел вам дать в этом видео для того, чтобы вы им пользовались. Да? Дело в том, что основные мыслеобразные вещи, которые мы начинаем применять в психодинамической ходьбе, мы применяем после 40 минут ходьбы. Да? При этом, конечно, я провожу некую подготовку вот, в видеоуроке. Вот четвертый видеоурок на эту тему как раз. И там я начинаю вводить уже мыслеобраз дерева здоровья. Это такой очень интересный мыслеобраз. Упрощенно, там к нему надо подводить, достаточно сложно, то есть, чтобы человек сконцентрировался правильно. Но есть упрощенный вариант. Он, конечно, не настолько, вот вызывает такую прям полную концентрацию, но хотя бы что-то он даст в простом таком виде. Необходимо представить, как вы идете там на беговой дорожке или по земле вы идете, там по улице гуляете, там неважно, или вы на эллипсе занимаетесь вместе со мной этой прогулкой, или без меня там занимаетесь, но сам мыслеобраз. Что необходимо представить? Представить необходимо, что снизу у вас как бы стопы. Это вот где начинается ствол дерева, да, и такое дерево, которое идет как в мультиках, да. И вы должны представить, что снизу из земли как бы растут корни такие достаточно эластичные. Вы идете, как бы эти корни там из земли качаются и растут, и поднимают вверх по ногам, по позвоночному столбу такую энергию. Что это дает? Это дает правильную биомеханику ходьбы, когда вы в этом мыслеобразе находитесь. И самое главное, проходит через шею, поднимается вверх эта энергетика и уходит в небо, рассеивается. То есть никакой лишней энергии у вас не остается, не заставит. Просто вы, естественно, это концентрационная вещь. Она позволяет правильно выстроить шею, там подбородок сразу правильно встает. И вы представляете, вот такое живое дерево покачивается, идет. И при этом при достаточно сильной концентрации возникает ощущение, что действительно такое дерево, покачиваетесь на ветру, покачиваетесь на ветру, в общем, почти никуда не идете, а просто идут потоки вот эти энергетические. При хорошей концентрации даже можно почувствовать некий такой холодок по позвоночнику, поднимается как, типа в ритме дыхания такой, да. И это упражнение, естественно, хорошо используют на длительные дистанции. Мы ходим. Вот я это упражнение всегда, концентрационный инструмент, делаю во время, когда иду на большие дистанции, там 10-15 километров, 20 километров и более. Вот. Очень помогает и очищает мысли, сознание. И самое главное, позволяет, не концентрируясь на отдельных участках позвоночника и суставов, выстроить их всех правильно и гармонично. Так что применяйте такой вот мыслеобраз, такое раскачивающее дерево здоровья, которое поможет вам получить новые плюсы от ваших сеансов оздоравливающей ходьбы. Будьте здоровы! Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы!